Фактически готовая агитка за детскую диспансеризацию. С самого утра в коридоре амбулатории многолюдно. Здесь жители самого села Гайкадзор, а также хуторов, входящих в округ. В кабинетах принимают специалисты из городской детской больницы. Хирург, лор, невролог. Работает аппарат ультразвуковой диагностики. Всего 7 докторов. Я бы сегодня хотела поблагодарить главу города, главврача детской городской поликлиники за сегодняшний день, за день здорового ребенка. Это очень важно для того, чтобы на ранней стадии определить какое-то, найти, обнаружить заболевание и начать это лечение. Потому что деточки, особенно дети малого возраста, очень хорошо регенерируют, быстро растут. И если вовремя начать лечение, то очень много можно поправить что-то, чтобы они потом выросли здоровыми, крепенькими, умненькими. Очередь движется достаточно быстро. За первый час медики осмотрели около 100 детей. Мурас и мама Галина живут в Гайкадзоре. О приезде специалистов на местах рассказывали всеми доступными способами. Галина о дне детского здоровья узнала от педиатра, у которого наблюдается Мурас. Врачи всегда звонят нам, узнают, как дела, когда прививки делать. Всегда звонят, интересуются после прививок, как состояние ребенка. Очень довольна. Быстро, хорошо всех прошли специалистов. Конечно, намного лучше, чем ездили в город. К этой амбулатории приписаны более 1300 детей всех возрастов. Как говорят в Горздраве, детские дни здоровья, по сути, дополняют регулярные медицинские осмотры, которые проводятся в школах и детсадах. Основная задача дней здоровья – это раннее выявление социально значимых заболеваний, это профилактика заболеваний, это привлечение внимания населения к своему здоровью, чтобы люди понимали, что самое главное – это здоровый образ жизни, самое главное – это профилактика тех заболеваний, которые сложнее лечить. Проводить детские дни здоровья в дополнение к аналогичным, которые проходят для взрослых, предложили представители территориального общественного самоуправления. Глава города-курорта Сергей Сергеев поддержал инициативу и дал соответствующее поручение. Раз в месяц бригада специалистов выезжает в один из сельских округов. В декабре завершится полный круг и начнется новый. Мероприятие пользуется спросом у селян и созвучно общегородской идее максимально повысить доступность медицинской помощи.